Да, старт третьего заезда, открытый приз для лошадей 4 лет и старшего возраста. Бег со старта Павел Гал, далее Корунд. На третьем месте 4-й номер Спиннин, Бэк Кик сбоит, 2-й номер Первенец. Бег ведет 5-й номер Гал, на втором месте Корунд, на третьем Спиннинг, Бэк Кик. На четвертом 3-й номер Эмаус, на пятом Факир и на шестом 2-й номер Первенец. Первая четверть дистанции пройдена за 30,2 секунды. Бег ведет 5-й номер Гал, далее 6-й номер Корунд, 4-й номер Спиннин, Бэк Кик. Вторая четверть дистанции пройдена за 31,8 секунды. В борьбе 5-й номер Гал и 6-й номер Корунд. Далее 4-й номер Спиннинг, Бэк Кик. На 4-м 3-й номер Маус, на 5-м Факир и далеко сзади 2-й номер Первенец. Третья четверть дистанции пройдена за 31,3 секунды. Бег без изменений ведет 5-й номер Гал, далее 6-й номер Корунд, Спиннинг, Бэк Кик, Эмаус, Факир и далеко сзади 2-й номер Первенец. Лошади на финишной прямой в борьбе 5-й номер Гал и 6-й номер Корунд. Заканчивает дистанцию 5-й и 6-й номер в борьбе. Также к финишному столбу подходит 4-й номер под нулем, это Факир. Далее 3-й номер Маус. Заканчивает дистанцию 4-й номер Спиннинг, Бэк Кик. И подходит к финишному столбу 2-й номер Первенец.